Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня не усидел дома и решил все-таки выскочить на водоем. Не усидел по двум причинам. Первое, хочется половить опять на боковой кивок карася. На спиннинг сейчас вообще везде глухо, то есть надо куда-то выезжать на локальные озера, но у нас проблема, 3 дня подряд лил такой дождь, что все водоемы, даже локальные, сильно повыходили из берегов, и рыба просто тупо замерла. Сейчас вроде бы как 3 дня подряд идет сухая погода, уровень устоялся, но правда высокий. Попробую сейчас по траве половить карася на боковой кивок. И вторая причина моего выезда. Короче, приобрел я себе вот такой эхолот Dipper Plus 2. И установил сразу про-версию картографии и всех этих дел. Сначала думал, нет смысла устанавливать, но потом подумал, и посмотрел просто реально, там очень крутые фишки, то есть это 3D варианты водоема. Сейчас будем пытаться ловить, я вам покажу. Хочу попробовать его опустить в траву, посмотреть, как он показывает. Ребят, видите, как все поразливалось? Вода просто повыходила с берегов, поэтому рыба может быть просто чумной. Но будем пробовать. Попробуем рядом покидать мормышкой, посмотреть, как будет мормышка отрабатываться на дипере. Если, конечно, это все будет, потому что здесь трава, и не факт, и неизвестно, как он будет все это дело показывать. Самое главное, пацаны, удочка не готова, он не очень тяжелый, но если оборвется, то, придется залазить в воду, Потому что вещь не дешевая, совсем не дешевая. Покупал я его в Новионике. Кстати, все время я там отовариваюсь. То есть я там покупал и часы брал Garmin. Вот это. И вот она, вода есть. Рыболовля вот тут, по идее, с берега. Смотрим скан, что оно у нас получится. Да, вот пошел скан, но тут забито все травой. Не знаю, видите, 1 метр показывает. 1 метр. Можно, тут надо поставить луч 7 градусов, я так понимаю, будет почище. Более узкий луч на такой глубине. Да, вот видите, почище показывает. Ладно, а теперь попробуем опустить туда мормышку и половить. Посмотреть, как это все будет работать вот так визуально. Вот, ребят, поправьте меня, у кого дипперы есть, кто в этой теме давно. Я так понимаю, что вот отметка вот сейчас справа появляется, да? Вот это вот, как я понимаю, это отметка рыбы. И рядом с моей мормышкой. То есть получается, вот рыба, понятное дело, что эхолот не движется. То есть рыба рисуется в виде линии, это я понимаю. И я так понимаю, что вот когда есть красные точки в этом значке, в обозначении, то вот это есть реальная рыба. Если там что-то другое, то... Вот моя. Вот моя мормышка появилась нежданно-негаданно. То ее что-то закрывало. Реально, вон сейчас опять вижу на дне, какая-то рыбка стоит с красными точками. Рядом с моим как раз этим крутится. Вот интересно было бы, чтобы она клюнула. Вон опять моя мормышка зарисовалась. Вон она, видите, справа. Так, появилась вон какая-то рыбка в районе моей мормышки. Видите, дуга пошла. Есть. Что-то попался. Короче, попался ротан. Работает эта тема. Это просто крутяк.
Это не та рыба, за которой мы пришли, ребята. Луч 7 градусов, очень маленький луч, ну так по сути дела на такой глубине. То есть он не захватывает большую площадь, поэтому как бы вроде бы ты когда высоко поднимаешь мормышку, она пропадает, выходит из зоны луча. Снизу ее видно. Ребят, вот поднимаю рыбу, карась, вон он, в эхолот его видно. Класс, вот она, под отметка карася. Прикол, прикол. И даже я видел, как он клюнул. Вот он. Одна тема. Вот так вот ходить, типа в разведку проверять. Кинул там, попробовал. Вот он, карась на подъем. Обалденно. Так, делаем паузу. Здесь выставляются углы. 7 градусов это совсем мелко, 20 чуть глубже и там уже дальше. Вот, поставил на паузу, снимаем этого красавчика. Вот он этот красавчик, взял мотылька. Ну, сам подобрал, ребят, очень аккуратно, то есть, ну, вообще, еле-еле-еле-еле он толкнул. Кивок. Вообще я практически не заметил даже. Еще что интересно, здесь я, вот эта Pro-версия программного обеспечения, ну она там типа платная, но она офигенная в том плане, вот сейчас, например, мы за, вот сейчас водоем, на котором я ловил, получается, вот где я нахожусь, и вот этот водоем, видите, он промерен, то есть эта карта, практически водоемы, большая часть промерено дно и рельеф. И есть режим здесь уже 3D. А 3D режим, мы открываем его и смотрим. То есть вы можете понять, посмотреть этот водоем, как он выглядит в плане... Вот смотрите, сейчас я покажу. Вот это я нахожусь. И вот это вот рельеф вот этого водоема в режиме 3D. То есть где тут, с какого берега, какие углубления... Вот получается, я стою на самых глубоких точках, то есть впереди меня самая глубокая яма. Вот она, как бы вроде, видите, обозначена. Ну, эта версия платная, сейчас я использую бесплатную, но 100% буду в конце покупать вот эту платную версию, потому что здесь куча всяких вариантов вот этих глубин. И это водоем вообще, фиг его знает какой, и кто тут когда промерял, но промеряли. Ну, то есть вот такая вот тема, я думаю, она стоит того. И плюс, я так понял, в этой Pro-версии можно, тут я еще не разобрался, буду разбираться, можно при сканировании выбирать палитру, рисовать тут, ну, короче, тут есть доп. Функции, за которых хотят деньги. Ну, в принципе, я думаю, что для, как бы, вроде бы, рыбаков, которые постоянно на воде, постоянно... ловят, постоянно что-то ищут, это Pro-версия, наверное, будет самая крутая и оптимальная. Все, друзья, в общем, рыбалочка закончилась, буду собираться, пойду домой. Оскомину, как бы говорится, сбил. Все, всем ни хвоста, ни чешуи, до новых встреч, всем пока.